Приветствую всех на своем канале. Сегодня я хочу рассказать о серии Ифраше, о лимитированной серии продуктов Ифраше, выпущенной к новому наступившему 2015 году. Мне из этой серии подарили такие продукты, как два крема для рук. Это скраб для тела, это крем для тела и питательный бальзам для губ в стике. Ну, начну я, наверное, с кремов для рук. Кремы для рук я очень люблю. У меня их очень много, разных фирм. Вот. Вот эти кремы мне понравились очень. Во-первых, конечно, у всей серии очень приятный аромат. Очень. Он не такой, чтобы прямо слишком давящий. Вот есть такие ароматы, наподобие как у серии Dolce Milk. Мне они не нравятся, они слишком яркие и слишком искусственные. Здесь ароматы очень приятные, очень натуральные. И я прям могу рекомендовать эту линейку прям для поднятия настроения. Вот этот крем я использую на работе в течение дня. Крем очень легкий. Есть кремы, они такие более плотной консистенции, более вазелинистые, более тяжелые кремы. Ну, их, наверное, больше удобно использовать на ночь. Вот этот крем более легкий, более жидкий. Его очень хорошо использовать в течение дня. Называется крем для рук «Красные ягоды». Аромат очень приятный, ягодный аромат. 75 мл в тюбике. Крем белого цвета. Вот такой он жидкий. Он очень хорошо впитывается. Очень хорошо. Оставляет обалденный аромат на коже. Вот я на ладошку нанесла, в ладошку почти впиталась. Кожа после этого чувствует себя очень комфортно. Крему могу поставить прям 5 баллов. Спустя минуту крем впитался полностью, и у рук осталось ощущение комфорта и приятности. Крем вот в таком коричневом исполнении. Это коллекция какао и апельсин. Она тоже очень приятно пахнет. Очень приятно пахнет. И он точно такой же по консистенции. Следующий продукт этой линейки, который мне подарили, это гель-гамаш для душа. Достаточно большой объем, 200 мл. Это прозрачный гель, в который входит два вида вкраплений. Так, он очень жидкий, очень хорошо пенится. И вот здесь вот, значит, наверное, видно. Это вот такие вот крупные кусочки, напоминающие смородинку. И очень-очень мелкие-мелкие составляющие, и кажется, что они как будто бы ничего не делают, но скрабируют тело именно вот эти вот мелкие кусочки. Вот эти крупные, как из смородинки, они ничего не делают. Я вообще не понимаю, для чего они нужны в составе. Наверное, для красоты. Как я сказала, гель пенится очень хорошо. Пахнет просто обалденно. Поднимает настроение в душе. Просто замечательно. Следующий продукт от линейки. Это вот в такой большой банке крем для тела. Здесь по объему 150 мл. Белый крем. Приятной консистенции. Приятного очень аромата.
впитывается крем, это он по консистенции более густой, чем крем для рук. Поэтому впитывается он более медленно, чем крем для рук, который я показывала ранее. И он впитывается, ну, раза в три дольше крема для рук. Ну, для тела это нормально, когда после душа наносишь этот крем. Есть какое-то время, чтобы он впитался, пока куда-то там нужно идти или что-то делать. Кремом я очень довольна. Я использовала уже практически всю банку. Крем мне очень понравился. И последний продукт, о котором я хочу рассказать, это питательный бальзам для губ «Ягодный блюз». Их в продаже было два. Вот один с черными ягодками нарисованный, а другой с красными, вот как здесь нарисованы, с такими же ягодками, был другой питательный бальзам для губ. Отличаются они цветом. Это бальзам непрозрачный, бальзам оттеночный. Но это такой же обычный бальзам для губ в стике, как прозрачные бальзамы. Вот, его я выбрала с темными ягодками, потому что цвет вот здесь вот мне показался более натуральный, и мне он понравился больше. А в стике, где были красные ягодки, он был, ну, как baby doll, такой розовый-розовый, прям розовый-розовый. Он вот такого цвета. При нанесении на губы бальзам быстро впитывается, оставляя на губах вот такой вот оттенок, создавая эффект таких натуральных красных губ. У этого бальзама более легкий запах, нежели у всей остальной линейки. Очень удобен в использовании, симпатично выглядит, мне очень понравился. Вся линейка этой коллекции новогодней мне очень понравилась, поэтому я очень рада, что мне сделали такой подарок. Все продукты данной линейки, которые мне подарили, мне очень понравились. Мне очень понравился запах этой линейки, мне очень понравился и крем для рук, и бальзам для губ, и крем для тела, и гамаш –